Администрация Октябрьского района Самары сообщает, что инициативная группа по адресу Советской армии 238В совместно с ТОС номер 4 Октябрьского района подготовили заявку для участия в отборе проектов по государственной программе Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области. Губернаторский проект содействия» с рабочим названием «Двор мечты». Восстановление асфальтобетонного покрытия внутри квартального проезда по улице Советской армии, дом 238В, для того, чтобы можно было беспрепятственно передвигаться по двору. Администрация района желает активным жителям победы. В телеграм-канале промышленного района сообщают, что Самарская область вошла в топ-10 регионов России по количеству выданных льготных кредитов сотрудникам IT-сферы за 2023 год. Общая сумма выданных ипотечных кредитов айтишникам по итогам прошлого года превысила 4,5 миллиарда рублей. Было выдано 813 кредитов, одобрено 1596 заявок. В Самарской области процентная ставка по льготной IT-ипотеке составляет 2% годовых. Аналогичная ставка применяется помимо Самарской области еще в 5 субъектах России. Администрация железнодорожного района Самары сообщает, что через единый портал государственных услуг можно обратиться в администрацию железнодорожного района за следующими муниципальными услугами: согласование проведения переустройства и/или перепланировки помещения в многоквартирном доме, присвоение объекту адресации адреса или аннулирование его адреса, выдача разрешения на право вырубки зеленых насаждений, выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на соответствующей территории, аннулирование такого разрешения, признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом.